В непростое время, когда риск распространения коронавируса велик, гражданам как никогда стоит позаботиться о здоровье. Щелковские волонтеры вышли на улицы города для раздачи масок. Добровольцы напомнили жителям о важности соблюдения санитарных норм. Возле платформы «Воронок» молодые люди раздали прохожим и пассажирам общественного транспорта средства индивидуальной защиты. Подобные акции продолжатся, будут проходить в нерабочие дни на разных станциях и остановках общественного транспорта.